Привет, друзья! Если вы не хотите, чтобы Яман умер, а также если вы не хотите, чтобы Яман получил травму, давайте нажмем кнопку «Нравится» и посмотрим наш номер. Яман получит травму. Потеряет ли Яман память? Вернется ли любовь к Яману и Сехер к началу? Раскроет ли Зухаль истинное лицо Джанана? Здесь я отвечу на все ваши вопросы, друзья. Если вы помните, в новом эпизоде сериала «Доверенная» Яман извинился перед Сехер в последнем эпизоде. Сехер также простил Ямана. Но как раз тогда человек Джнан сбил Ямана своей машиной. Как мы уже говорили в предыдущих видеороликах, Яман толкнул Сехера на землю, чтобы машина не ударилась о Сехер. В результате машина ударила Ямана, а не Сехера. Сехер запаниковала, когда увидела, что Ямана сбила машина. Кроме того, когда Сехер увидела Ямана неподвижно лежащего на земле, она запаниковала еще больше. В следующем эпизоде Сехер сразу вызывает скорую. Благодаря Сехер Яман был доставлен в больницу. Все врачи в больнице пытаются предотвратить смерть Ямана. Но Яман впадает в кому. Врачи говорят Сехер, что им больше нечего делать с Яманом. Сехер плачет и ждет, пока Яман выздоровеет. Сехер умоляет Аллаха не позволить Яману умереть. Благодаря любви и молитвам Сехер Яман снова цепляется за жизнь. В следующем эпизоде у Ямана останавливается сердце. Но Яман не умирает и выживает. Потому что Яман – главный актер нашего сериала. Вот почему наш сценарист Назмия Ханым не убивает Ямана. Яман спасен от смерти благодаря любви и усилиям Сехер. Но для Ямана есть два плохих сценария. В первом случае Яман, возможно, не сможет снова ходить после того, как его сбила машина. Потому что машина очень быстро въехала в Яман. Кровь текла из уха Ямана. Яман, возможно, не сможет снова ходить, потому что он серьезно ранен. Во втором случае Яман может испытывать потерю памяти, когда он выходит из кома. Вот почему Яман не помнит Сехер. Яман превращается в старый Яман. Но Яман также забывает свое плохое прошлое насчет Джанана. Джанан также полностью понимает Ямана. Это будет конец Сехер. Потому что Яман начинает видеть в Сехер женщину-охотника за деньгами. В результате Сехер и Яман разводятся. Джанан и Зухаль также с удовольствием наблюдают за изгнанием Сехера из особняка. Сехер тоже изгоняют из особняка. Вот почему Сехер должна позаботиться о своем браке. В противном случае Сехер обязательно разведется с Яманом. Любовь Сехер и Ямана тоже закончится. Зухаль, с другой стороны, не раскрывает правду после того, как Яман теряет память. Зухаль какое-то время хранит молчание о зле Джанана. Но это был бы конец Зухаль. Потому что мать, которая хочет убить своего сына, никогда не пожалеет другого. Так что потеряет ли Яман память или Яман получит травму, буду ждать ваших комментариев ниже. Итак, мы подошли к концу этого раздела, друзья. Для большего количества видео не забывайте подписываться, ставить лайки и открывать уведомления и оставлять свои комментарии. Береги себя и увидимся снова.